Привет всем! Лето продолжается. С вами Лига Music Wars. И мы все ждали, в общем, 6 августа. Как обычно это проходило в 17, 18, 19 году. Но разработчики решили сделать нам сюрприз. Видимо, акцию на Бендера решили продлить на 2 месяца. Либо само день рождения, или какая-то предакция. В общем, еще что-то интересное будет 100% в августе, потому что акция, длящаяся, получается, 2 месяца, это ненормально. Хотя подарков ровно столько же. Так что будет что-то еще интересное. Правда, я точно не скажу. Это пока только мои домыслы. А сейчас перейдем к лету. Продолжаются новые подарки. И, соответственно, что в них. Все сразу и поразбираем. Итак, закрываемся. У меня уже 30 подарков, что мы откроем в конце. А сейчас сразу к веселому. Итак, кольцо композитора. Все, кто качал, качайте, ребят. Все, кто бьет влияние, тем, кому надо. Вон вам 20 уровень. Хоть закачайтесь вообще просто. Просто, ну, как бы у меня он есть. Вот как бы он у меня 7 уровня. Я композитора качаю. Я супер кач композиторный. Но как-то у меня плохо он качается. Дальше у нас есть классная, кстати, Субарик. У кого не выкачен, кто не застал новогодние акции на Субарик, качайте. Качай, у меня он максимальный. Я очень везучий. Так что я эти подарки, которые за бесплатки, выкуплю, но у меня, ну, то есть, ну, звезды будут выпадать, возможно, может еще что-то. В общем, это чистый для меня расход. Ну и введение, как обычно, нового питомца. Итак, испытание удачи. В общем, интересное такое свойство, так скажем, получается. С 30, вот если вы выкачаете его до максимального уровня, то есть он теперь стал 18, то вы получаете, что 30% шансом, то есть он выходит на поле боя и применяет умелку, которая дает, ну, я как бы, ну, где-нибудь размещу, где-нибудь, ну, вот, где-нибудь, вот там где-нибудь размещу, короче, вот, ну, вот там день. В общем, посередине возле Бендера прям день поставим. По умелке, в общем, 1500 урона с шансом 30%. В общем, 600% урона с шансом 20%. Соответственно, 300 тысяч урона с шансом 20% и оглушение. Единственная более-менее адекватная вещь. Вот ее бы сделать хотя бы шанс повыше, допустим, около 50 там, или 40, то можно было бы сказать что-то. Но шанс маленький, 30%, ну это правда маленький шанс. Тогда надо было количество использования у него брать побольше, штук 6 там. Ну там, ну он же вроде рулетку крутит как бы. Ну то есть это единственное непонятное. Но питомец, так скажем, не решающий. У него единственная классная вещь — это рассеивание на 6 уровне. То есть вы докачиваетесь до 6 уровня. Это очень классная вещь. Он выходит прям очень такой своеобразный. Восстание машин можно только если у вас есть кибердевочка и киберкот. То есть, ну все, тогда да, хорошо оно идет, восстание машин. В остальном он не работает. Первый навык так себе. То есть второй навык своеобразный, то есть не для всех. Рассеивание — классный навык. Обезвоживание — вот это фиговый навык. И испытание удачи — тоже своеобразный навык. Ну так себе. В общем, я буду качать только этого нашего Бендера, потому что другого как бы, ну, эффекта нету. Здесь я почти все выкупил, у меня осталось 4 подарочка. И призовых у меня еще 25 и 50. Я уже подзакупился, у меня есть энергетики тут, как бы вот, ну, в общем, классно. Успел подарки те открыть, и здесь жалко, что я думал, что подарки будут позже. И я чуть-чуть больше нефти успею накопить, но, к сожалению, не получилось. Итак, давайте теперь к самому интересному — открытие подарков. Давайте меня переместим с одной части экрана на другую, чтобы было веселее. И отсюда мы начнем вещать самое интересное. А, конечно же, открытие подарков. В общем, подарочки, подарочки, еще раз подарочки. Ну, Бендер у меня не сильно выкачан. Я старался, конечно, но 10-й я выкачал чисто вот, ну, как бы, чтобы 2 аркона вставить. Если я сейчас выкачу 15-й, будет прям идеально. Ну,
я не выкачу его 15-й, у меня 13-й будет где-то. 30 подарков, ну 3 раза я вытащу его, будет прям очень. Если вытащу больше, будет прям шикарно. Ну давайте, поехали. Ну это большие подарки, сейчас тут будет сыпать, наверное, непонятно что. Так, генетики, энергетики. Ну, кстати, я еще оставшихся 4 докуплю. С 10 подарков должен выпасть. Да, есть 11, даже меньше, 7. И звезды он вышли, кстати, классно. Ну, в общем, как обычно, я не собираю генетику, не собираю шаму, то есть вам просто не показываю. Так, 14, второй должен где-то, еще один. Давай, шанс уже прям подогнал. Нифига боев у меня просто. Где наберешь энергии-то на все? О, это плохо. 2. 1 даже. А, нет, 2. Ну, 2, да, за 30 подарков 12. Ну, еще один должен быть, еще. 30 подарков должен выпасть. Нету, короче. Не выпал. Не выпал с 30 подарков. В общем, то же самое, как хищник. Выпал ровно 2 раза. Ну, в общем, блендер 12. Ну, так себе, как бы. Обезвоживание появилось у него. Ну, так себе. В общем, ну, не сильно интересный, кстати, навык. Ну, ладно, пусть будет. Бендер, если честно, это как бы, ну, введенный питомец, но не очень, ну, адекватный. А вот по сравнению, если брать хищника того же самого или оголька, то бендер это ни о чем, вообще просто ни о чем. Здесь у меня выпало 3 боев, 2 энергетиков тут, ну, фигня, короче, в общем. Ну, не сильно повезло. Ну, я до конца акции еще потаскаю. В общем, она не будет. Если учесть, что эта акция началась где-то за 2 недели раньше, то, значит, получается, и акция на день рождения тоже, видимо, начнется раньше. Либо будет какая-то промежуточная акция в августе, о которой я говорил. Всем счастливо. В общем, кто вытащил Бендера, отписывайтесь. Ну, и, как всегда, всем счастливо. Меня, конечно, поймут не все. Да ты дурак вообще. Ведь я давно зависаю. Где? В этой игре. Ага. Я не сумасшедший, на голову не больной. Я игрок World of Tanks простой.